Полкило куриной печени отправила в горячую воду. У меня закипела. Сейчас она еще раз закипит. И будем варить 10 минут. Через 5 минут посолим и еще 5 минут. Остывшую печень натираем на крупной терке. Добавила майонез, и этот слой нужно перемешать с майонезом, чтобы он не был сухим. Одну морковь отварную натираем на крупной терке. Смазываем небольшим количеством майонеза. Яйцо разделяем на белок и желток. Натираем на мелкой терке сначала желток. Смазываем слегка майонезом. Теперь белок натираем также на мелкой терке. Белок отправляем наверх салата. Верх салата уже ничем не смазываем. Вот такой вот очень нежный и вкусный салат с куриной печенью мы с вами сегодня приготовили. Если вам понравился салат, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем приятного аппетита, до новых встреч!